Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья. У аппарата Зоди, на аппарате как у Ancient Seal. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше приключение. Продолжаем, я сейчас просто буду пытаться пройти это испытание. Если у меня получится, то продолжим. В прошлый раз я перенервничал прямо-таки немножко. Возможно, из-за того, что у нас дичайшая жара, и я тут задыхаюсь с закрытыми окнами и дверьми, чтобы была звукоизоляция. Но все же я хочу пройти это испытание просто потому, чтобы продолжить игру, потому что игра-то неплохая. Но вот эти испытания на время — это просто жесть. Ладно, мы будем что-то думать. Вначале мы бежим вот сюда. Так что-то музыка как-то громковата, вам так не кажется? Ну да ладно. Эть! Да твою ж дивизию! Как туда долететь? Так, прекрасное начало. Начало просто супер. О, ну зато музыка потише стала. Так. Так, а ну-ка давайте мы сверху осмотримся. Хотя нет, так не получится. Хоть бери на бумаге, зарисовывай. Лабиринт этот. У нас вот там вот можно стоять. Кстати, если что, ведь могу на те кувшинки стать, по ним попрыгать, а потом подняться вот сюда. Ой, как все выглядит сейчас неприятно для глаз, просто ужасно. Ну, нужно это как-то просто пережить. Ну, давай. Больше оптировать не нужно, оно же само. Стоп. Куда мне надо? Я наугад бегаю, потому что не ориентируюсь тут. О, стоп. Понял, давайте обратно кувшинки. Так, а там, получается, мне нужно перенести одну штуковину, которая, черт его знает, где находится. Вон то она, нет. Так, это мы сюда можем прибежать. Вон она, мне ее сюда нужно принести быстро, только... Ёлки-палки, как это сделать быстро? Мы с ней в руках очень медленно двигаемся, ёлки-палки, как бы... Да чтоб ты был здоров, где она? Ну, да твою ж дивизию. Чёрт, нет, а обратно давайте. Куда-нибудь на кувшинке. Так, а эти кувшинки что, не тонут? Стоп, я вообще заблудился. Где теперь она? Куда мне? Как мне попасть? Так, стоп, попробуем в следующий раз вот сюда вот. Раз кувшинки не тонут, давайте мы даже вот отсюда. По крайней мере, вот эти вот не тонут, а те одинарные могут начать тонуть. Нет, это мне не надо. Все, не успеваю, бросай! Куда-нибудь бежим! Да ёлки-палки, да как же там успеть? А где это я был?
А по левой стороне, наверное, надо пробежать. Сейчас туда мы попадем. Но только нужно очень-очень-очень быстро. Фу, жесть. Давай. Наверх, быстренько, наверх. Фух. А чё она еще повышается? Да ёлки-палки! Ой, жесть какая! Ой! А чё тут делать? Ой, жесть какая! Чё делается? Ой, меня убивает! А чё делать? Да подождите, ну слишком быстро, ну дайте мне подумать, ёлки-палки, играть, я не могу непрерывно бежать, дай мне осмотреться вначале, я ничего не понимаю, что делать нужно. Так, пока я не двигаюсь, сейчас вода не поднимается, да? Фу, жесть какая, подождите, все слишком быстро, я паникую. Ой. Так, стоп, ну там у меня получилось было добежать, потом начались эти лазеры всякие и еще что-то. И там тоже нужно бежать. А как же там бежать, когда там прямо сетка из этих лазеров? Ой-ой-ой-ой-ой. Куда? Да что? Ты был здоров. А как пройти? Игра, твою дивизию. Ну, сделай как-то, чтобы ты была проходима, игра. А, что за жесть? Дайте мне кнопку просто пройти игру. Или пропустить. Я бы пропустил этот храм бы с удовольствием. Просто он сюжетный, его нельзя пропустить. Это цель игры. Если я правильно понимаю, 4 вот таких храма. 4 у нас зоны, вот 4 храма. А мы должны с вами как-то пройти. Как здесь? А! Ой! Ай, ну ломается! Да чтоб ты был здоров! Нет, нет, нет! А, ненавижу таких разработчиков. Опять заново нужно, но это уже делал. Алло, разработчики, я уже бежал здесь. Вот я сегодня с этой мыслью и включил. Вот запись, получится, пройду, не получится, значит хана игре. Проходить, мучаться я ее не буду. Как можно проходить игру, которая просто не проходится? Что я не делаю, она все равно не проходится. Персонаж все равно погибает. Ну не знаю, я все сделал правильно. Я прошел вперед. Почему персонаж умер при этом? Лазеров-то не было уже. Они там на долю секунды буквально пропадают. Куда ты там падаешь? Да куда ты падаешь? Стой, ровно стой. Зубами уцепись за каменную эту штуковину. Либо у меня еще есть мысль пройти как бы игру, все кроме вот этих храмов. Считать это полным прохождением игры, потому что, ну, эти храмы, они как-то не проходятся. Это уже мучение, это неинтересно. Как тут? Все ломается, все... Светится, вода прибывает. Вот как здесь пройти? Ой-ой-ой-ой, бежим. Бежим куда-нибудь. Лишь бы сохранилось что-то где-то. А. Что? Да чтоб ты был здоров. Я прыгаю вперед, она меня толкает. По крайней мере, сохранилось. Как мне тут пройти? Она меня толкает. Ну, хоть вода не пробывает. Стой! Ой-ой-ой-ой. Ай! Тонет. Черт, а где мне? Как мне? Вот здесь сейчас надо. Давай-давай-давай, бегом-бегом! Это все?
Пожалуйста, скажите, что это все. Стоп, нет, это не все. Здесь же проход вправо, вот мы пошли, еще влево, потом еще прямо. Ой, елки, кто это издевательство придумал? Разработчиков, увольте его, пожалуйста. Фух, а тут что? Ну, если тут сражение, я не против. Давайте просто подеремся. А там что за жесть? Здрасте, приехали. Так и надо? Так, нам, наверное, вниз, там что-то крутить нужно. Что я сделал? Вон там поднял решетку и... А как я туда? А, с помощью хрюни перепрыгнуть. Да. Ну это ладно, это мы сделаем. Допустим, а вот это тогда зачем? Подождите, а, наверное... Даже без хрюни мы вот так пробежим. Вот зачем она. Ой! Так, вон туда мы не попадем? Давайте посмотрим, что вот это делает. Потому что других вариантов что-то здесь я не вижу. Ага. Слушай, хрюня, а ну-ка, если вот так вот... А где там вода нашлась? Там воды не было. Там воды вообще не было. Мы сквозь текстуры, что ли, куда-то провалились? Ну да ладно, по крайней мере, здесь нас сохранили. По крайней мере, сохранили. По крайней мере, это не лабиринт. Это просто баг. Нас как-то сквозь текстуры вытолкнул хрюня или что? А, нет, там вода все-таки есть. А почему мы... А, вверх мы не смогли. Ну, ладно. Так, вот этот камень, допустим, я перетащу туда. И что толку? А, я понял. Камень вот сюда поставить. Вот это, наверное... Да, там рельса вот видна. Я, кажется, понял все. Так... Но вот это уже более похоже на головоломку. Это другое дело. Так, первым делом осмотримся, потому что вот это, наверное, поднимет уровень воды, а может быть, опустит. Что мы можем сделать-то? А нет, это подымет нас.
Это что, там сундук? Ну, нет, там не тот сундук. Слишком это рискованные сундуки, они того не стоят. Ой! Голосы-палки, громкий звук напугал меня. Ку-ку. Эй, чё не сработало? Да что ж такое, не могу никак вообще навык ни один применить. Клацаю, они все сбивают вообще. Ладно, буду пытаться, когда-нибудь да получится. Да как же мне закрутиться? Нажимаю Y, X. Вот, ну наконец-то получилось. Фух. Они просто сбивают все мои попытки, потому что, чтобы использовать какой-то навык, ну то есть комбинацию, нужно время на зарядку ее, скажем так. Они все это сбивают и все. И толку тогда от этих комбо? Я их просто не могу применить. Так, ну допустим, туда я прибегу, а там, ну вроде там безопасно стоять. Стоп. Ага. Прекрасно. Почему-то у меня такая мысль была, только я думал, при чем здесь тогда шипы. Чтобы просто усложнить мне задачу. Ёлки-ёлки. Да вы издеваетесь. Так. Так. Да вы издеваетесь. Ай, да ну куда меня вытолкнуло? Почему он зацепился там? Я вообще не знаю, почему он начал урон получать. Ладно. Эта игра совсем не дружелюбна к игроку. Здесь сделано все, чтобы только сделать хуже игроку. Ну, я нажимал прыжок, он просто начал цепляться и не прыгнул. Здесь даже близко к краю подходить нельзя. Почему? Я не дотрагивался до шипа. Стоп. Вот так. Давай сюда. Просто сумасшествие с этим храмом. И будет еще три таких же. Получается, суть игры. Главное задание — четыре таких храма пройти. Так, здрасте, что теперь вот туда? Я почему-то ожидал, что сейчас появится какой-то грозный противник здесь. Вот это место почему-то так прям похоже на арену. Ну ладно. Хрюня, давай, мы это сделали, я надеюсь, уже все. Ой, не спеши, ловушка, по-любому ловушка.
я ж сказал. А, жесть! Что-то великоват противник, небосвод. Так, стоп, тут здесь вода? Нет, мы здесь можем ходить. Так, стоп, знаешь что? Я хочу сделать вот так. Не успеваю, не успеваю вернуться. Так, лечись. Да как? Я ж вышел из твоей зоны поражения. Ты чё? Да как так? Я ж не в красной зоне. Какой? Где мне стать, чтобы не получать урон? Ёлки-палки, так нечестно. Где-то вообще не знаю, что она делает. А лучше пока что просто отходить. А может быть, этот шарик разбить нужно? Нет, он сам исчез. Да ей вообще плевать. У меня полосок здоровья хоть отбавляй. Да ну как мне сделать, чтобы не получать урон? Игра, ты издеваешься, что ли? Я отошел. Сейчас реально читерить начну. Что за жесть? Происходит? Вот что сейчас произошло? Я ничего не понял. Все засветилось и так далее. Что случилось? Игра, ну какого черта? Вот это вот меня бесит просто такое вот. Ее мои атаки вообще в стан не входят. Я не буду от тебя уворачиваться, задолбала уже. Надо побегать, выносливость повосстанавливать. Не побегать, а походить. А, подождите, мы ж можем вот так вот сделать, я ж забыл. Да почему не сработал-то скилл? Давай. Делаешь.
происходит? У нас меньше места стало. Да вы издеваетесь, что это за шарики? Что тут происходит? Тут жесть какая-то, слушайте, вообще не понимаю, что с ней делать. Нет, нет, ну какого черта? Я вообще не мог ничего нажать. Я долбил по всем кнопкам, а персонаж ничего не делает. Потому что не может никак прервать ничью атаку. Все его действия прерываются, абсолютно все. Твою дивизию. Да увернись ты, как там, что сделать, чтобы не получить урон в этой игре? Это реально вообще или нет? Что там происходит? Это что еще такое? Я не могу ни один навык применить, я просто не успеваю. Смотрите, меня бьют, 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 каждую секунду бьют. Вообще ничего не могу сделать. Я встать не успеваю, просто не могу встать. Вот я встал, меня опять бьют. Надо время, чтобы прошло, чтобы я смог лечиться снова. Да бесполезно уворачиваться. Просто бесполезно уворачиваться, это нереально. Я применяю навык, да подожди, что я навык применяю, что не видишь, что ли? Ладно, сейчас погибнем, пока я буду пытаться применить навык. Недостаточно, в смысле? А, жесть, просто жесть. Я не могу удар ни один сделать, не подойти просто не могу.
где она? Прекрасно, режим сейчас потратится, и все. Хана. Просто прекрасно. Мы сейчас потратим этот режим. Нельзя поставить на паузу игру. Да вы шутите, мне отдохнуть нужно. Короче, нужно умереть, потому что игра в этот момент даже на паузу не ставится в этом бою. Что за бред? Ну что, противник читерит, а мы тоже будем читерить. Такое не нравится, да? Вот это я понимаю, это бегать вокруг нее. Смотрите, а что тут сделать? Тут даже бессмертие не помогает. Вот как проходить? Как проходить эту игру? Она вот выталкивает просто за пределы этого самого... Как это проходить? Даже с бессмертием эту игру пройти невозможно. Она просто выталкивает. Yeah!
что теперь делать-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Выталкивай это все, смотрите! Да твою ж дивизию! Да чтоб ты был здоров! Что с ней делать? По шарикам можешь стрелять? Да твою чу-чу-чу! Остановите это безобразие! Так я двигаться не могу вообще! Я просто встать не успеваю вообще! Смотрите, что делают. Сейчас сбросит и все, и хана. Да елки-палки, я на геймпаде играю, я не могу прицелиться. Автоприцеливания здесь никакого нет, помощи никакой нет абсолютно. Что за жесть? Получилось, кажется. Да когда ж тут целиться, стрелять? Тут что-то... Снизу он постоянно лупит водой. Вы издеваетесь? Меня вытолкнули. Вот если только заново начинается сейчас бой, все, я просто удаляю игру, продолжения даже не будет. Я с бессмертием проиграл, с бессмертием невозможно пройти. С бессмертием невозможно пройти этот бой. Это издевательство вообще над игроком. Нет, все, удаление игры полностью я не собираюсь. В такое я не играю. Dark Souls, по-моему, легче. А здесь с бессмертием пройти невозможно. Сложность стоит в настройках легкая. Разработчики, алло. Это бред какой-то. В такое я не играю. Просто не играю. Ну его в баню. С ума сойти. В любом случае, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока.